было принято решение министра обороны, чтобы наши два воздушных судна, которые выполняют международные полеты, были названы Минск город-герой и Брестская крепость также герой. Ну вот, Андрей Ильич, мы с вами идем по аэродрому, по авиационной базе. Вы слышите, насколько тихо? Вот мы попали просто в такой промежуток времени, когда пока все тихо на аэродроме. А то, что касается вылетов, вот я вам приведу простой пример. В этом году мы зафиксировали уже около 800 полетов легкомоторной авиации и вертолетов на территории Польши и стран Балтии. И также зафиксировали 4 нарушения государственной границы. Наши дежурные экипажи и назначенные экипажи поднимались более 450 раз в этом году по маршрутам патрулирования и в особых случаях боевого дежурства. Поэтому у нас дежурные силы несут круглосуточное дежурство, и мы адекватно реагируем на все изменения в обстановке вдоль нашей границы и на полеты, которые проходят в 15-километровой зоне. Понимаете, ну если раньше вот эти залеты на нашу территорию, ну там лет 5-7 назад, можно было списывать на какую-то случайность, чью-то невнимательность и так далее, то сейчас, когда ставки высоки как никогда, ну цена этой ошибки для тех, кто, не знаю, там ваши нервы хочет пощекотать или проверить просто, насколько Беларусь себя защищает, будет очень высокой. Никаких красных линий. Мы, ребят, можем начинать, да? Прежде всего, Андрей Юлианович, поздравляю вас с праздником. Вы человек исключительный и известный в этом вопросе, но сейчас ответственный за всю безопасность белорусского неба. Какая обстановка сейчас вокруг Беларуси? Непростая военная политическая обстановка складывается заблаговременная подготовка к военным конфликтам, к открытому противостоянию против Республики Беларусь и Российской Федерации, именно блока НАТО. И вот эти полеты, которые мы ежедневно фиксируем разведывательной авиацией, 30-40 полетов в неделю, используя весь арсенал, который имеют страны НАТО. Также значительное количество тактической авиации, ежедневно до 30 полетов. А во время учений от 40 до 50 ежедневных полетов, тем более с отработой тактики боевого применения, нанесения ударов по Калининградской области и по Республике Беларусь. Не только авиация, еще и... В Балтийском и Средиземном море находятся носители крылатых ракет, боезапас которых более 600 крылатых ракет, способных поражать объекты на территории Республики Беларусь. И идет очень интенсивная модернизация всей военной инфраструктуры. Вот я скажу, что то, что касается Польши и стран Балтии, уже на сегодняшний день модернизировано 5 аэродромов, 2 военно-морские базы и 6 крупных полигонов. Также идет поставка современных ударных образцов вооружения военной специальной техники Польши. Это американского производства и южнокорейского. Танки «Абрамс», танки К-2, «Черная пантера». И также в ближайших планах у Польши получить от Соединенных Штатов Америки 32 самолета F-35 и 96 вертолетов, боевых вертолетов ударных. Это «Апачи». От Польши не отстают страны Балтии, они также сейчас модернизируют свою инфраструктуру и планируют закупку и поставки реактивной системы залпового огня «Хаймерс». То есть у нас тут на границах очень даже неспокойно. И не считая то, что сейчас, как отметил глава государства, на юге группировка огромная создана, также идет разведывательная информация, изучают наши южные рубежи, в том числе с использованием, как вы отметили, беспилотных летательных аппаратов, с нарушением государственной границы также. В рамках вот этого реагирования на инцидент, связанный с украинским беспилотником, группировка сил и средств, развернутая на южных рубежах, будет больше, чем была вот прежде. Вас это тоже коснулось? Так точно, да. Мы подтверждаем то, что боевые распоряжения, которые получены в нашем виде вооруженных сил, уже усилена группировка, она касается и авиации, и зенитно-ракетных войск, и радиотехнических войск. То есть группировка значительно нарастили, и в настоящий момент мы с вами разговариваем, они несут дежурство на южных рубежах нашей страны. Ну, мы видим, что сейчас такая идет глобальная перестройка мира, и в одиночку ни одно государство, даже самое сильное, в общем-то, справиться не может. И в экономике, и политически как-то начинают собираться в коалиции. Что говорить о военных людях, которые больше всего
ратуют как раз-таки за мир. И судя по количеству ваших командировок, вы тоже активно общаетесь со своими коллегами из других государств. Больше всего внимания привлекла почему-то командировка ваша в Иран. Почему Иран? Но писали много об этом, что чуть ли не под покровом ночи, значит, чуть ли не сверхсекретная командировка, которую не афишировали, и командующий белорусский поехал о чем-то там договариваться. Так вот, о чем договаривались. Понятно. Хорошо. Хороший вопрос, Алина. На самом деле, вот на сегодняшний день, анализируя военно-политическую обстановку, вот одна из самых существенных угроз, это все-таки, наверное, беспилотный летательный аппарат. Массовость, малозаметность не только касается радиолокационных станций, визуальных и акустических, и различная тактика применения. Поэтому это главная боль для многих государств. И на сегодняшний день панацеи защиты от беспилотных летательных аппаратов нет. Поэтому мы, конечно, не стоим на месте, изучаем весь опыт, который есть передовой, в том числе в рамках международного военного сотрудничества. Мы изучали опыт таких стран, как Китайская Народная Республика и Исламская Республика Иран. И именно в данных вопросах. У нас в Беларуси мы создаем систему по противодействию беспилотным летательным аппаратам, основная задача которых – это обнаружение. Обнаружение у нас передовые станции, в том числе белорусского производства, по обнаружению беспилотных летательных аппаратов. Второй этап – это противодействие средствами радиоэлектронной борьбы. И далее идет уничтожение, противодействие именно зенитными ракетными комплексами и авиацией. Хотелось бы отметить, что система радиоэлектронной борьбы, РЭБ, и противодействие взрывной авиации, она многоэшелонирована и зависит от важности критических объектов, в том числе здесь аэродром. Поэтому мы в этом плане активно работаем, взаимодействуем. Но то, что беспилотники являются чумой 21 века, то это очевидно. Это головная боль, с которой, я думаю, с которой мы найдем средства противодействия. Что у нас на сегодняшний день есть и чего нам действительно не хватает? Авиация, несомненно, это оружие. Если исходить из того, что мы являемся грозным оружием, то основные критерии два – это качество и профессионализм. Что касается качества, остановимся тоже несколько аспектов. Это вооружение, военная специальная техника. Для авиации, если касаться рода только авиации, то, соответственно, авиационная техника – и все, что обеспечивает полет. Здесь проходит поэтапная модернизация и обновление авиационной техники. Весной мы получили очередную партию вертолетов Ми-35М. Также у нас в планах в начале года еще получение двух партий авиационной техники. Это вертолеты Ми-35 и еще одного звена самолета Су-30СМ. СМ-2. Модернизируем самолеты Су-25. В том числе для применения других средств авиационного поражения. АСП, в том числе специальный боеприпас. И оборудуем нашу авиационную технику бортовыми комплексами обороны для защиты авиационной техники. Очень эффективны, которые зарекомендовали себя очень эффективно. Давайте подробнее на кадрах остановимся. У нас личный состав, я могу смело сказать, что это профессионалы, профессионалы с большой буквы. Мы создали 25 лет назад свою авиационную школу. И на сегодняшний день все авиационные базы имеют высокую степень укомплектованности, что позволяет нам выполнять все задачи, стоящие перед нашим видом вооруженных сил. И на сегодняшний день 90% личного состава укомплектовано выпускниками нашей военной академии Республики Беларусь. Это очень высокий показатель. Ну и идет постоянное обучение личного состава. Это мы регулярно участвуем совместно. Учения. Летно-тактические учения буквально весной прошли с экипажами воздушно-космических сил Российской Федерации, где мы отработали новые тактические приемы и перенимали опыт у экипажей Российской Федерации. Спасибо большое вам за беседу. Спасибо. Поздравлять не надо. Без официальной части. Без аварийной летной работы, мирного неба, количество взлетов, что поменялось количество посадок. С праздником!